Так во Вьетнаме не делают. Аригато нихао. Или как не делают, расскажи. Когда мы китайскую столовку тестировали, над тобой все китайцы смеялись. Так им же смешно, но прикинь, если марсианин будет говорить на русском ломаном. Он так смешно такой. Это он не знает. И все китайцы смеются. Китаянка там аж вот так вот сидела такая. В общем, друзья мои, как вы поняли, у нас Сан Саныч Богомолов. Юрий Хованский. Как же без меня, блядь? Сегодня мы будем тестировать вьетнамскую шаверму. Понял, тупой меликанец? Меликанец, Вьетнам! Я ничего больше не придумал, просто каждый раз все тяжелее и тяжелее. Смысл в том, что сегодня мы прибыли в сеть вьетнамских шаверм дедушка Хо. Дядюшка, дядь. Не шаверм, а кафе. Кафе, да. Где готовят шаверму по-вьетнамски. Мы хотели... дедушка Хо. Дядюшка Хо. Дядюшка Хо, это ты. Дедушка Хо. А, дедушка. Дядюшка Хо в натуре, да. Это я. Короче, мы хотели снять прямо около кафе, но там пиздец, на Петроградке невозможно. Пацаны, это жопа. Тачки просто пердят, ездят, поэтому мы немного отошли, но вы не переживайте. Мы дадим... Каменноостровский. Каменноостровский, дом... 22. Дом 22, 22. Если что, да. А мы прямо сейчас не расслабляемся, собираемся с силами и идем кушать вьетнамскую шаву. И шаурма на углях, шаурма, я коснусь тебя. Пишемся. Нам вот туда, вон дедушка. А не это? Дедушка. Ага. Саныч, ступеньки не слишком высокие для тебя? Очень высокие. Не тяжело тебе своими маленькими ножками? Так это... Здравствуйте. Кафе. Нам, пожалуйста, две шаверму по-вьетнамски с тобой. С тобой, да? Да. Хорошо, пожалуйста, пройдите, пожалуйста. На кассу? Конечно. Две, да? Да. Две шаверма с тобой, пожалуйста. Хорошо. 380. А фоба не будешь? Нет. Фоба это суп? Да. Это только в Москве его любят, я слышу. Да, все едят сейчас фобу, прям помешательство на этом фобу. Я куриные люблю с лапшичкой, да? Мне... Ну это тоже нормально, попробуй потом как-нибудь. Пожалуйста, ваша Сайгон, задача? Сайгон. Нет. Это как начало апокалипсиса сегодня. Сайгон. Снова Сайгон. Неплохой туалет, нормальный, чистый. Может, надо было такую шаверму брать? Не, фреш-ролл это не настоящая шаверма. Фреш-ролл это кидалово, типа просто тебе заворачивают салат в лист салата. Не, никогда, пацаны, не рисовый берите. Лист. Да, только настоящие шавы. Фреш-ролл это всегда херня для веганов. Берегитесь, фреш-ролл когда-нибудь уничтожит вселенную. Так, друзья! Мы наконец-то нашли цивильное место. Посмотри, покажи, сколько лавочек и никого, кроме нас. Обычно-то мы, как вонючие бичи, шкеримся по помойкам. А теперь сели, как короли. Можно посидеть, похавать вьетнамскую шаву. Важный момент. Кореш, который посоветовал мне эту шаву, Федя, он говорил, что обязательно нужно брать ее только с острым соусом фирменным. Но поскольку у меня печень по пизде идет, я решил... Без острого соуса, у Саныча будет острое, у меня не острое, просто обычная вариация, поэтому, может, мы откусим там друг у друга по кусочку еще. Держи. Остр! Обрати внимание на то, что в фольге, вот, немногие компании заворачивают. Фольга дорогая, во-первых, типа. Фольга и бумага. Ну да, конечно, бумага-то как без этого. К сожалению, тут нет целлофана, поэтому я не смогу сделать извлечение. Да извлечение так нравится, ты прям извлечение. Извлечение. Вовлечение. Ну, я думаю, что у меня уже слюнки текут, чувак, я прям так... На колслоу похоже, знаешь, пока? Острое. Нет. Че, слишком острое? Да, вот этот соус сирача, они не пожалели. Похоже на
Да. Теплый овощной салат с мясом, да. Огурцы соленые? Конечно. Я тебе часто говорю, что нужно именно миксовать свежие с солеными. Да, это да, 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 да. Самое балдежное в шаверме. Слушай, она без мяса? Не, вот мясо. О, сыр. Это фитакса. Слушай, мне теперь кажется, что она реально без мяса. Ты меня напугал. Найди мясо, Саня. Так она без мяса. Там написано было с мясом. Ну я что-то... Посмотрите, пацаны, может мы в глаза ебемся. Тут есть мясо? Посмотри, есть? Видишь мясо? Покажи, Саныча. Ну, нет. Вот, нет? А, да. А, подожди. Во. А что это такое? Грудинка? Грудинка, наверное, смотри, она сверху. Ребята, это грудинка, да, она... Да. Ну, видимо, во Вьетнаме так едят. Все-таки там вся кухня, видал, была вьетнамская. Фо-бо, вся хуйня. Ну, я так скажу. Мясо – это наименьшее из достоинств этой шавермы. Вот мясо малое, оно такое, как бы не чувствуется, но все остальное, чуваки, оцени вот это, как да. Прям... Вот если бы она была веганской, это была бы лучшая веганская шаверма. Да, такой, но еще бы, знаешь, в этом, как у нас было в индийской шаверме, чтобы было это, бля, сама лепешка с сыром, типа. Вкус балдежный. Вот это сочетание свежих и несвежих овощей, то есть маринованных, плюс у меня она острая, одновременно... Я хоть попробую острую это, бля. О! Острая? О! Бля! Не, это нормальный чувак. Вот для тех, кто любит острое, она даже, я тебе скажу, у меня она хуже. Да? Да. У тебя за счет остроты ты сначала чувствуешь простой вкус, угу. Он разделяется на составляющие, а потом уже острота такая как бы добавляет пикантности. Ну, реально, короче, Федя был прав. Наверное, лучше все-таки с острым соусом брать. Без острого как-то пресно, типа. Слушай, ну это балдежная штука, необычная. Мяса мало. Знаешь, я даже грудинку за мясо не считаю. Я поставлю четверку, потому что все, кроме мяса, заебись. Все на высшем уровне. Но мясо один балл утаскивает с собой в могилу, как мне кажется. Типа что... Я даже 4 с плюсом поставлю. Мне вот этот соус... Мне до сих пор срирача жжет во рту, короче. А я один укус сделал, пиздец. Острота. Острота. 4,5 я за вкус ставлю. Молодцы, постарались. Соус, овощи, все как надо. Но вместо грудинки вот этой маринованной, как она, копченой, ну, можно курицу использовать. Но это дает нам очень такой необычный другой. Вьетнамский вкус, знаешь? Да, такой, как, да. Как вот мы жрали в столовой китайской у тебя на канале, вот типа... Здесь это не совсем похоже на шаву. На тебя голубь, что ли, насрал или что? Шава разваливается. Ну, короче, по мне так это, в принципе, можно было бы сделать побалдежней, если бы тут была прожаренная, куриная, вот прям. И если бы это еще с острым соусом, да. Как тебе налили. Представляешь, как было бы балдежно. 5 с плюсом было бы. Да. Но не дотянули как-то, не докрутили. Сыр они не пожалели. Я их сюда ем. По сытности я поставлю 3,5. Я вот ее съел, не наелся. Ну, она большая. Она большая, но... Ну, не огромная. Мяса нет. Отсутствует. Мясо очень мало. Но такой большой кусок. Овощи балдеж. Супер вкусные, супер свежие. Соус охуенный. Все заебись. Но где мясо? И можно другим маркером рисовать. Меликанец! Где мясо, меликанец? Типа, ну, я думаю, что это на самом деле... Да, потому что такую грудинку можно с овощами спутать мариновыми. Даже троечка. Потому что это больше для, ну, людей, которые любят именно овощи, свежие, да, такое, да. Как бы...
кто не любит именно жрать жареное, такое жирное. Кто мясное, мясное любит. Угу. Берите острую, ребят, не пожалеете. По атмосфере, опять-таки, хочу отметить, кондиционера нет нихуя. Нету? Пиздец, жарко. Ну, чисто, в туалете чисто. Народу немного, но да. Более-менее чистые. Я так понял, у вас в Питере вьетнамская вот эта фоба не пользуется популярностью. Не, это чисто московская ваша тема, блядь. Да? Фоба, блядь, хуёба. Боба, блядь. Фоба, боба, ёба, блядь. Это все в Москве. Ну, по атмосфере четверку, я думаю, они заслужили. Намного, да. Намного чище, чем, например, в китайской столовке, типа. Намного... Ты что, это небо и земля. Да. Светло, чисто. Ну, мальчик вот приятный. Моя главная претензия к тому, что... Блядь, мясо. Мясо! Блять, это шаверма. Это самая главная составляющая. Да, нельзя жидить на мясе, блядь. И не в обиду дневнику еврея будет сказано, но это мясо. На чем угодно. Блять, меньше капусты. Или больше лаваша. Да. Как, помнишь вот да, эти? Да. Но мясо-то должно быть. Человек ради мяса берет шаверму. Очень мало, блядь. Но атмосфера 4, как думаешь? Четверка, соглашусь. В итоге, то есть, как бы, что тебе понравилось там? Туалет чистый, я зашел, и не воняет в туалете, вот. Это важно, да. Это важно. И большой выбор вьетнамских блюд, это реально. То есть, московских если вы... фобошных обычно только фобо и там вот эти спринг-роллы. Ну, а еще, может, а рис какой-то. Да, здесь много, большой. Ну, короче, если вы фанат вьетнамской да. именно кухни, и вы хотите заодно именно попробовать вьетнамскую шаву, может, подойдет. Но если вы как бы вообще не в восторге от вьетнамской... Не стоит. Просто в обычной, когда шаверму будете брать, скажите, сделайте поострее, если вы острое любите. И не, за... ну тут много всего необычного, блядь. Ты посмотри из ингредиентов. Ну вот типа, это например, что это такое? Эти... Я не знаю. Куча всякой хуйты. Маринованный какой-то. И самое главное, корень. Все такое, соус, он не кефирно-чесночный. А написано кефирно-чесночный. Ну он прям, видишь, он такой более сладко... Сладкий, вот. Этот сладкий. Думаю, как кисло-сладкий у меня еще получился. Такой, острый. Как будто терияки да, немножко да, хуйнули да. в него. Ну типа. Похоже, Азия дает, да? Азия да, дает. Короче, типа, если вот вы именно угораете по Вьетнаму, мы вам ставим 2 лайка, идите попробуйте заодно фобо, блядь, да, наверните, спринг-ролл. Если вы предпочитаете более классическую такую районную шаву, то вам такая тема с грудинкой не понравится. Очень, очень мало мяса. Да его нет, это грудинка, это мясо вываренное. Я думаю, надо написать мало мяса в отзыве в приложении да. Шаверм Патруль, который вы можете скачать по ссылке в описании и внести туда любую шаверму, которая вам нравится. Я обязательно пишу, что... Но в целом, как вот просто... У нас же, напоминаю, шаверма патруль вокруг света. Да. Мы путешествуем. Вьетнам мы засчитываем как путешествие. Мы... Я вот почувствовал, я что почувствовал это вьетнамское. Я почувствовал вкус Вьетнама. Я реально, у меня прям до сих пор во рту горит. Водички попить. Спайси, not spicy. Да, спайса. Спайс. Уж лучше спайса, чем спайси, блядь. Короче, друзья мои, на сегодня все. Не забывайте переходить на канал Саныча. Там вышел новый столовка патруль. Без вашей... Да. Без вашей поддержки он, блядь, загниет. Вообще, просто зачахнет. Нужно а? Смотреть, ставить лукасы. Комментарии писать, где новые столовки, или вообще свои мысли, идеи новых видео. Друзья. Да, не забывайте, мы только в последнее время шкеримся по вашим комментариям. Да, да. Потому что через отзывы в интернете мы приезжаем закрыто. Да, поэтому только вы пишите там какая-нибудь узбекская шаверма, да. мексиканская может, шаверма. Может, какие-нибудь интересные, да, очень типа... Малайзийская шаверма. Какие-нибудь такие, да. Мы все протестим, пишите в комменты. А на сегодня все. С вами были Юрий Хованский. И Сан Саныч Богомолов. Всем пока-пока. Всего вам доброго и до новых вкусных встреч.